Администрация Трампа на стороне России в ВТО СМИ. В споре Украины с РФ, который касается торговых ограничений, Вашингтон поддерживает позиции Москвы. Американская администрация стала на сторону России в деле по украинскому транзиту, который рассматривает Всемирная торговая организация, пишет Политико. Отмечается, что дело против России касается транзитных ограничений, которые Москва наложила на Киев в январе 2016 года, отрезав украинских экспортеров от ключевых рынков в Центральной Азии и на Кавказе. И хотя США поддерживают Украину в территориальном конфликте с РФ, и Вашингтон, и Москва настаивают, что ВТО не имеет права рассматривать украинское дело в отношении транзитных ограничений. Россия указывает, что ввела ограничения, руководствуясь статьей 21 Общего соглашения о тарифах и торговле, которые позволяют членам ВТО прибегать к действиям, которые нарушают их обязательства в организации, руководствуясь соображениями национальной безопасности. Правительство США утверждает, что спор, который касается безопасности, имеет политический характер и потому лежит за пределами компетенции ВТО. Этот же аргумент администрация Трампа использует для оправдания введенных этой весной тарифов на сталь и алюминий. Другие члены ВТО, в частности Канада, настаивают на том, что страны должны как минимум аргументировать, почему они применяют статью 21. Как подчеркивает издание, решение панели ВТО, которое ожидается в этом году, может иметь последствия для ряда дел против США из-за применения Трампом пошлин на сталь и алюминий, так как касается права организации выносить решение по делу ограничений, введенных из соображений национальной безопасности. Напомним, в понедельник, 30 июля, стало известно, что ВТО отклонило ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования. А ранее организация признала неправомерными украинские пошлины против аммиачной селитры из России. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.